Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Сегодня мы возобновляем прохождение SCP Containment Breach. Ожидаемая мной вещь, то есть новая версия, новые возможности, наконец поправленный функционал. Насколько вы помните, в свое время мы прекратили прохождение, потому что как раз таки очень многие моменты либо не работали, либо работали неправильно. Это очень сильно отторгало от игры. Некоторые моменты реально просто было невозможно пройти. Сейчас море нового, море старого поправили, так что давайте начинать. Я дико соскучился по этой игре, насколько я знаю, по ней соскучились и вы. То есть запросов после выхода новой версии было огромное количество. Так что надевайте наушники, мы будем выживать в этом мире каждый понедельник, среду и пятницу вечером. Так что готовьтесь, будет интересно. Давайте приступать. Так, назовем своего героя, как обычно. Так, вот, ну, конечно же, вот так. Почему бы и нет? Хорошо. SCP-079. Искусственный разум, который, в принципе, может взять под контроль всю базу, насколько вы помните. Тоже довольно неприятная вещь, но ее можно использовать себе во благо. И в таком случае этот компьютер сможет открыть для нас двери, насколько я помню. Но это все дела далекого будущего. А пока мы снова в своей камере. Я не знаю, это та же самая база. Или другая. Мы в прошлый раз практически выбрались. Мы уже видели солнечный свет, но в итоге нам прострелили ноги, и после этого я очнулся здесь. Я здесь сижу уже месяц, и, судя по всему, скоро мне придется снова проходить испытания для класса D. То есть класс D, испытуемые этого класса, это пушечное мясо. Их реально пускают в расход по любому удобному случаю. Лабораторные крысы. Давайте почитаем свое резюме. Спартанские условия. Унитаз, кровать. Мой номер 9341 по-прежнему. Здравствуйте. Вы новенькие, что ли? Вы знаете, что стало со старыми сотрудниками этой базы? Я бы мог вам рассказать. Ну, я знаю процедуру. Хорошо, ведите меня. Что-то мне подсказывает, что сейчас на мне опять будут испытывать 173-го. Ребята, вы бы знали, чем это закончилось в прошлый раз. Честно говоря, я бы на вашем месте просто уволился отсюда. С другой стороны, насколько я понимаю, уволиться отсюда не получится. Вы слишком много знаете. Поэтому, ребята, будьте осторожны. Я-то буду следовать инструкциям. Я человек уже потерянный, меня так или иначе убьют. Я уверен, что я отсюда не выберусь. А ты, Джонни, будет возможность. Выберись отсюда. Купи билет куда-нибудь в Южную Америку и спрячься там где-нибудь в глубинке, потому что иначе они тебя найдут. Прощай, Джонни. Я пошел. Береги себя! Здравствуйте. Что у нас сегодня? 173. Для тех, кто в танке, люди, которые, в принципе, про СЦП ничего не слышали, это знаковый монстр серии. Он неподвижен. Неподвижен, пока вы смотрите на него. Но стоит моргнуть, он за эти мгновения подбирается к вам и ломает шею, поэтому... У нас проблемы с дверями, поэтому... Сохраняйте, говорит, зрительный контакт. Я знаю, что... Ой, тихо. Тихо, спокойно. Я знаю, что делать, парень. Не стреляй. У тебя побольше проблемы. Парень, берегись. Уходим. Господи, как это все знакомо. Ух, твою мать, что происходит? Это дед балуется? Дедушка балует. Капец. Как я по всему этому соскучился. У меня школа сдрожать начал. Дедушка ловит нас, помещает в свое карманное измерение, там играется, а потом выкидывает изуродованные трупы. Вот таким вот образом. Но я выберусь. Меня не постигнет его судьба. Вот увидите. Давайте выбираться отсюда. Это выход, что ли? Близко. Но я так понимаю... Там идет война, они по-прежнему отстреливаются. Вы не могли после предыдущего раза какую-то процедуру сдерживания, что ли, нормальную приготовить? Вы по-прежнему были не готовы к такому варианту событий, да, ребята? Так, ладно.
Парни, 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 аккуратно, бегите, 173-й выбрался. Твою мать. А он там, да? Дверь меня обезопасит от него, нет? Я его слышу. А вот и он. Где он? Поганец. Ладно, я вроде как в безопасности, хотя туда бы я спускаться ни за какие коврижки не стал. Так, ладно, хорошо. Батареечки возьмем. Я думаю, нам пригодятся. Я, правда, не понимаю ничего, но... Последний раз вроде как мы их как-то использовали. Я не понимаю, как я выжил после того раза, но я живой. Это хороший факт. Описание 173-го я, пожалуй, брать не буду, если вы не против, потому что все мы прекрасно знаем, кто это такой. Кто не знает, можете зайти на SCP Foundation и посмотреть, собственно, полное описание этого монстра. Хорошая работа, говорили они. Неплохо заплатят, будет весело. Конечно. Теперь в итоге мы по уши в дерьме. Но у меня есть опыт. Бесценный, бесценный опыт. Поэтому мы выберемся отсюда. Так, сохраняемся. В этой камере газ, и кроме газа там есть что-нибудь? По-моему, там опять 173-й. Да, ты посмотри, он просто преследует меня. В чем проблема этого газа, так это в том, что глаза слезятся. Где же ты, тварь? Ты смотри на него. А видите, как он перемещается, когда на него никто не... Тихо. Никто не смотрит. Вот сейчас мы, скорее всего, и умрем в первый раз. Так, надели. Открыли. Открыли, я говорю. Так, ладно, сморгнем еще раз. Ай-яй-яй-яй. Аккуратно, аккуратно. Ух, хорошо. Приятно оставаться. Как хорошо, когда знаешь, что делать. Так, ладно. Сиди там. Все будет как надо. Ничего, с потолка больше не падает. В чем проблема еще этого гада? То, что он умеет перемещаться по вентиляции, поэтому вот эти отдушины – это наша серьезная проблема. Так, прямо или направо? Давайте пойдем направо. Хотя вот этот вот отпечаток на полу говорит мне, что сюда идти не самая лучшая затея. Смотри, такой же коридор. Но здесь вроде как никого нет. Я уже на потолок смотрю. Вот полезная привычка. Так, я буду почаще сохраняться. Еще один выход. Да вы шутите. И все заблокированы. Ну ладно, хоть выходы заблокированы. То есть с ваших позиций это, по-моему, вполне неплохо. Так, я оставлю дверь открытой, потому что если я буду сюда возвращаться, то, по крайней мере, я буду знать, что это был. Опять 173-й? Что-то мне на тебя везет. Так, нам нужна ключ-карта. Ну хорошо, по крайней мере, я не встречусь со 173-м лицом к лицу. Твою мать, это же надо было влезть в такое дерьмо. Ух ты! Машина для улучшения. И ухудшение всего, чего можно. Опять же, нет ключа карты. Надо запомнить это место. Это одно из самых важных мест в игре. Если кто не помнит, то эта машина, она может улучшать и ухудшать все до вообще великолепного состояния. Может починить, допустим, предметы. Может сделать из карты первого уровня карту максимального уровня. То есть полезная вещь. Так, а там у нас еще что-то? Тот самый свиток написанный. А нет, подожди. Это же противная мелодия. Заходишь туда, эта мелодия начинает звать тебя. Потом ты раздираешь руки в кровь и продолжаешь писать ее своей кровью. Царапать просто на бумаге. Тихо, тихо. Ой-ой-ой, тихо. Спокойно. Так. Вентиляция.
и кровище. Я надеюсь, никого не вышвырнуло оттуда. По крайней мере, мы... Твою мать. 372-й. Тот самый непонятный... Он уже засел, да? Непонятный инсектоид, который отличается тем, что, по сути, он не опасен. Но он очень нервирует. Я не знаю, может быть, он и будет опасен. То есть это такая тварь очень прыткая, очень ловкая, и она постоянно прячется от твоего прямого визуального контакта. То есть иногда можно краем глаз... Он подошел к двери с той стороны. Ладно, не нужно. Эта тварь, она постоянно будет заметна по краям экрана. Сейчас пока этого не видно, но время от времени вы будете это замечать. Возможно, даже и я не буду замечать, но временами это будет вот так. Хорошо, это его описание, но ну и ладно. Так, кстати, свое резюме мы тоже выкинем, теперь оно нам без надобности. О, здесь нет никакой инфракрасной датчики, которые... Твою мать. Вот и оно. Инфракрасные датчики только и могут отследить за ним. Но дверь открыта, и теперь оно вырвалось на свободу. Что это? Рация? Так, используйте ключ 1.5, чтобы менять канал. Подожди. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. По-моему, все глухо. Но я что-то не вижу, чтобы оно вообще работало. Ладно, допустим. Что еще тут есть? Мне нужна карта, вот что мне нужно. Хорошо, сохранимся и уходим из этой неприятной комнаты. Вот, армейское оборудование. Блин, может разломать ящик? Это у меня нечем. Так, хорошо, проморгались, сохранились и уходим. 173, я смотрю, уже ушел. Но мы задохнемся таким макаром. Так, ладно, где-то позади у нас была еще одна дверь с кровоподтеком. Сейчас мы, видимо, пойдем туда. Только я не помню, где. Здесь у нас улучшалка, по-моему. Да, вот она. Хорошо, сюда мы попасть не можем, но и нашим легче. Здесь выход. Что-то у меня с дыхалкой вообще все плохо. Фух, офигеть. Эта база развалится на части быстрее, чем я с ней выберусь. Ладно, пойдем сюда, это наша единственная дорога, насколько я понимаю. Еще один коридор. Что-то мне Ух, там что-то рвануло. Что они там творят наверху? Что там происходит вообще? Так, вентиляция сдохла. Все двери открыты. И у нас есть два пути. Ладно, допустим. Надо запомнить. Коридор с кровоподтеками. Это то место, откуда мы пришли. Пойдем сначала в эту сторону. Тут опять увлекательнейший коридор, который привел нас... Куда? Так, подожди. Очень похоже на то место, где мы были. Подожди. Мы тут были. А как мы сюда попали? Я что-то перепутал? Мы же пришли... Да хрен его знает. Мы пришли вот отсюда. Ладно, допустим, это все очень странно, по-моему. Чё это? Чё это меня туда дёрнуло? Подскользнулся, что ли? Ох, опять эта камера. Хорошо, надеваем противогаз. 173-го там вроде как нет. Значит, будет довольно просто. Блин, опять она тут была. Увидели? Убежали.
Так, окей. И куда же мы попадаем? В еще один коридор. Что-то коридоров здесь реально много. Ты посмотри. Когда они успели так... Wait a second. Что? О, ключ-карта. Я не зря сюда вернулся. Подожди, это получается... Ебану мать, это насколько надо заблудиться, чтобы вернуться в то место, где ты уже был? Так, ну ты не пришел пока. Хорошо, это в принципе мне только в плюс, потому что... Так, ладно, нормально, пробежали так. Потому что теперь у нас есть карта, и мы можем пойти вот сюда. И улучшить предметы. Так, вот тут у нас выход, по-моему, да? Да. А если мы пойдем дальше? Что может быть тут хорошего? Я не знаю. Но сначала мы точно пойдем сюда. Так, сохранимся. Обезопасим себя ото всех. А, ну тут может понадобиться карта второго уровня. Блин. Что-то я не подумал о том, что эта карта открывается более высоким приоритетом. То есть маленькая карта и карты маленького уровня, мы не откроем ее. И сюда то же самое. Вы слышите это? Это не к добру. Где-то рядом ходит дед. Ладно, давайте пойдем к 173-му и посмотрим, подойдет ли карта сюда. Отлично. Кто-то, по-моему, ушел в вентиляцию. У нас карта второго уровня. А что еще там есть? Ничего. Ладно, допустим. Давайте закроем нафиг эту дверь, пока не пришел ее обитатель. Я, пожалуй, эту дверь тоже закрою. Окей, хорошо. Почаще сохраняемся. Пока что все идет довольно неплохо. Второй уровень сюда нам покатит, нет? Так, этот ключ-карту мы выкинем. А вот ты нам очень даже кстати. В общем, поясняю, как работает эта штуковина. Для начала давайте посмотрим, что здесь есть. Аптечка и описание этой штуковины. Здесь есть камера приема и камера выхода. И здесь есть 4 деления, то есть 5 делений. Грубо, очень грубо, грубо. Очень тонко, вернее, очень тонко-тонко. Ну и один к одному, когда без изменений. Допустим, сейчас мы... Ух ты, что такое? Еще один журнальчик. Сейчас мы поместим сюда вот эту бумажку, кстати говоря. А, это записки, кстати. Блин, тут же еще записки надо читать. Не знаю, почему мне не наплевать. Я думаю, я единственный выживший. Или, может быть, единственный в здравом рассудке? Так, да какая теперь-то разница вообще? И какая вообще, какой в этом смысл? Я чувствую, что мне нужно что-то оставить, какой-то след после себя. Я видел других, я знаю, что... скорее всего, от меня даже тело не останется. Поэтому, возможно, эта записка — это все. Очень трудно прочитать. Я продолжаю, говорит, видеть вещи в темноте. Так, хорошо, ладно. Черт с тобой, доктор. У тебя поехала крыша. Ой, блин, показал 173 стоит. Сам себя напугал. Хорошо, давайте поместим. Вернее, повернем это на очень тонко. И посмотрим, что из всего этого получится. Честно говоря, я даже не знаю, куда мне сейчас идти, потому что... Что? Странно. Раньше это было не так. Ну-ка, давайте попробуем еще раз, только теперь... Вот это эпик фейл. Может быть, рацию наладим?
Давайте попробуем просто find тогда. Так, как-то вот так. Хорошо. И у нас получится... Получится у нас... Что? Хочу сразу сказать, что себя улучшать... Не... О, она не работает, короче, просто. Ну, черт с тобой. Батарейки, в принципе, улучшать не буду. Улучшим для начала ключ-карту. Хорошо, иди сюда, родная. Но не по максимуму. Если мы увеличим ее по максимуму, она превратится в банковскую карту с бешеными бабками на ней. Что нам в данной ситуации совершенно бессмысленно, поэтому... какого черта я наделал? Вот это да! Ой-ой-ой. Только что сказал, что не буду этого делать, и сделал это. Ну, ах. Гениально просто. Мастеркард всегда думает о вас. Хорошо, ладно. Давайте поменьше тупить. Ну, поменьше тупить я буду, когда я буду... менее усталый. А я, как вы знаете, хронически усталый. Поэтому есть чувство, что сказал глупость. Я надеюсь, пока я тут занимаюсь любознательными экспериментами, ничего не произойдет. Так, карта второго уровня. И это... твою мать, уходим, уходим, уходим. Лезет дедушка, лезет. Он идет за мной. Я никуда от него нафиг не денусь. Мне бы хоть отдышаться. Твою мать. Ну зачем? Зачем, блин, ты сюда приперся-то вообще? Так, туда я не пойду. Пойду вот сюда. Я могу оторваться от него, я уверен. Слушайте, вот сюда вот нам понадобится эта карта. Так, я думаю, он отвяжется от меня. Он идет? Пока не видать, давайте поспешим. Да, карта второго уровня сюда не подойдет. Твою мать, отвяжись, пожалуйста, от меня. Фух. Хорошо, запомним это место. Именно сюда нам и надо будет притаранить эту хрень. Чё? Вентилятор заработал? Это, по-моему, очень странно. Кто-то пытается привлечь мое внимание, или у меня просто едет крыша. Чёртова база, я здесь застрял. Так, хорошо, давайте просто улучшим себе рацию и карту. Ох, как же я выдохся, как я устал. Они мне выспаться даже не дали перед тем, как пустить меня на эти эксперименты. Эти сволочи заслуживают того, что с ними произошло. Хорошо. Так, карта второго уровня. Давай сюда. Чёртов дедушка. Ох, как же меня кошмарит страшно. Ну, давай, родная. И у нас карта третьего уровня. Третий уровень — это не самое алё. По-моему, тут уровни то ли 4, то ли 5. Поэтому продолжаем процедуру. Если что, мы знаем, куда нужно убегать. Да чего же быстро я выдыхаюсь? Это же кошмар какой-то. Ну, давай. Да вы издеваетесь. Три уровня? Ох, как это... Как это глупо. Не, крути. Ладно, значит, будем пользоваться картой третьего уровня. На моей памяти уровней было больше. Помните, так... Оно опять идет сюда? Четвертый, пятый уровень. Я думаю, вы помните. Так, япона-мать, как же это много занимает времени. Ладно, все. Пошел. Сейчас улучшаем рацию и уходим. А противогаз, интересно, можно улучшить? Что-то мне подсказывает, что нет. Быстрее, пожалуйста.
Опытный выживальщик, мать вашу за ногу. Так, кладем сюда рацию. И делаем из нее что-то чрезвычайно хорошее. Нет, давайте просто хорошее попробуем. Может, она заработает? Ну, посмотрим. Пока что рация, по-моему, была просто дохлая. Вот. На пятой частоте пусто. Радио SCP Foundation. На четвертой пусто. На второй я слышу, похоже, какого-то охранника убили, его рация лежит и вещает. Так, ладно, по крайней мере ты работаешь, да? Хорошо, сохранимся. И давайте посмотрим. Аптечку еще надо улучшить. И знаете, я сейчас сохранюсь и попробую улучшить рацию до самого максимума. Может, что получится вообще там, сотовый какой-нибудь. Я думаю, она просто взорвется или что-нибудь в этом духе. Теперь у нас маленькая аптечка. Ладно, хрен с тобой. Так, сохранились. И пробуем что-то сделать с рацией, что-то очень хорошее. Я, по-моему, такую ухудшил аптечку. Ну да ладно. Я не знаю, сегодня просто разбитый. У меня, честно говоря, голова вообще просто ужасно варит. Поэтому, если я буду тупить, то, я думаю, вы отнесетесь к этому с пониманием. Ну вот, я сломал ее. Так, а как там у нас загрузка есть какая-нибудь? Это же кошмар. Хорошо, секунду. У меня эта игра чуть не повисла. Она любит это делать. Ох. Ну, ладно. Иди сюда. Вернем тебя в рабочее состояние. Я вот постоянно, я как вижу эту штуку, я на ней залипаю, потому что это, по-моему, очень крутое вообще дело. Крутое дело. Ну, вы поняли. Давай. Ты работаешь? Нормально. Хорошо. А теперь пора уходить отсюда. Посмотрим, что у нас здесь. Но я думаю, кроме того, что я вам объяснял по поводу этой музыки, ничего хорошего мы тут не увидим. И не услышим. Мне бы какой-нибудь фонарик не помешал. Так, тихо. Это музыка. Ох, это музыка. Дверь, закрой дверь. О, как меня ведет туда, я не могу. Я не могу дернуть этот рычаг. Все, я не контролирую себя. Давай. Нужно войти в связь с компьютером. Давай, компьютер. Компьютер, помогай мне. Ох, как долго он думает в этом моменте. Хорошо. Там есть что-нибудь в этой комнате? Я не хочу туда садиться. Уходим. Твою мать, как тяжело. Ох, блин, я опять потерял управление. Твою мать, она меня убьет сейчас просто. Давай, давай. Давай, 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 давай. Ух, вроде вырвался. Ух, твою мать. Ничего особо хорошего мы там не увидели. Я по-прежнему слышу эту музыку. Ну и что, мы все знаем, что делать. Давайте на этом остановимся. В следующей серии пойдем к зоне особого содержания и будем как-то убираться отсюда. Вы знаете, я очень рад вернуться к этой игре. Насколько я вижу, она стала работать сильно получше. По моим ощущениям. Мы, конечно, довольно серьезно залипли с этой машиной. Но в итоге получили все, что хотели. Поэтому давайте сейчас прослушивать...
Алло? Там есть кто-нибудь? Я не знаю. Не знаю. О, Господи, оно идет. Что-то приближается. Помогите кто-нибудь, пожалуйста. Пожалуйста, кто-нибудь, кто принимает этот сигнал. Господи, что это? Что это такое? Отлично. И на этой позитивной... Ой, твою мать. Жим. Оно идет. Оно идет. Я слышу постоянное шевеление этого жука на заднем плане. Оно тоже рядом со мной. Давай уходим. Уходим. Нам не туда. Нам куда-то вот сюда. Давай. Давай, родной. Касатик, ты можешь. Давай, сейчас он отвяжется от меня. Только отдышись. Ох. Тут была чья-то кровища. Хорошо. Сидим, ждем, пока оно кончится. Уходи, пожалуйста. Ну? По-моему, он дойдет до меня сейчас. И тогда мне просто крантец. Все, кончился. Фух. Короче говоря, увидимся в следующей серии. Там пойдем в зону особо строгого содержания. Надеюсь, вам понравилось, потому что я очень рад вернуться к этой игре. Она реально просто великолепна. Очень много интересных возможностей, которые вы не увидите больше тупо нигде. Поэтому комментируйте, ставьте пальцы вверх. Вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь. С вами был Артур, увидимся. Спасибо, что смотрели. Всего хорошего. Пока.